В Дагестане ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, которые имели знания в области химического синтеза. Задержанные оказались студентами Дагестанского государственного медицинского университета. Молодые люди занимались производством наркотика мефедрон. Силовики изъяли все оборудование и материалы для производства наркотического вещества и по данному факту возбудили уголовное дело. Чем здесь занимались? Как готовить, кто вас научил? Инструкцию отправили те же самые люди, которые отправили все эти реагенты. Распространяли, как потом? Распространить успели два, оплатили нам за 2 грамма, поставили 1 грамм, вот вышли, потом нас задержали.